И еще о культурных событиях. На этот раз в сфере изобразительного искусства до конца недели в Твери будет работать выставка-продажа картин известных художников Твери «Арт-прорыв». Об этом наш репортаж. Открылась 5-я юбилейная выставка-продажа «Арт-прорыв». Для ценителей искусства это отличная возможность увидеть прекрасные работы тверских художников. «Арт-прорыв» – подтверждение того, что творческое объединение «Перекресток», созданное художником Георгием Володько, это место лучших мастеров искусства нашего города. Экспозиция необыкновенных работ, представленных здесь, потрясают разнообразием. Живопись, графика, батик, куклы, витражи и многое другое. Выставка разнообразная, столько просто, я не знаю, ярких работ, хочется все рассматривать, и гости вот как раз их даже не поймать никого из гостей, все смотрят на эти замечательные полотна. Выставка-продажа «Арт-прорыв» – это возможность продемонстрировать самые лучшие свои работы для тех, кто уже давно является участником, а также для новых талантов. «Арт-прорыв» с каждым годом повышает свою планку, тем самым задавая отличный темп для роста творческого процесса художников. «Арт-прорыв» ждет всех желающих с 3 по 26 марта в Большом выставочном зале на Советской, 54.